Ням-ням-ням, как же это вкусно! О, прием-прием, друзья, на связи Вулфи, да, это я, пес Шэдимэна, и как всегда, пожалуйста, только не рассказывайте Шэдимэну то, что я брал его камеру. Просто сегодня мне снова потребуется ваша помощь. Дело в том, то, что перед тем, как Шэди спустился в это опасное подземелье, он положил вот этот вкусный супчик, и от него так сильно и вкусно пахнет, то, что я потерял свой кусочек мяса, и даже по нюху своему собачьему никак не могу его найти. И, друзья, если вы его сейчас видите и вы его нашли, пожалуйста, напишите в комментариях, где он лежит. Ну а те, кто из вас смогли найти этот кусочек мяса, то прямо сейчас ставьте лайк, чтобы Шэди и я об этом все увидели. Ну и конечно же, скажу за место Шэдимэна, те, кто из вас еще не подписан на его канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас и обязательно не забывайте нажимать вот этот вот колокольчик. Все, друзья, спасибо вам за помощь, жду ваших комментариев и приятного вам просмотра. Так, ну чё, Вторая мировая, бункер, встречай меня. И нет, ой, блин, вот это было опасно, если бы не костюм, если бы только не костюм. Мясо, на тебя, вот так тебе. Ух ты, там какой-то зомбак на столе лежит или что там такое, что-то я не очень понимаю. Где? Во, опять. Так, ну, по-моему, все более-менее утихло. Только мне, если честно, пока что покоя не дает. Кто это мог быть? Я помню то, что я в соседней комнате оставил этого мелкого зомбяшника в живых. Конечно, возможно, это он, но звуки как будто бы абсолютно не оттуда шли. Не знаю, но это точно не человек. Человек бы тут точно, ну, 100% бы никак не смог выжить, потому что вот то, что происходило-то вообще. Так, окей. Там еще какие-то две комнаты остались в этом тоннеле. В принципе, они только почему-то досками заколочены были, насколько я помню. Так, я, наверное, сейчас этот резервный двигатель, вернее, блок управления двигателем еще раз переактивирую, а потом уже, наверное, буду тогда отсюда потихоньку выдвигаться. Так, вот он, тот самый ключ, который эту дверь открывает. Все. А, кстати, я не проверил, тут что-нибудь имеется в итоге, или я вроде, ладно, никогда не будет лишним проверить все еще раз, если даже было и тысячный раз. Так, с Хантером отсюда, конечно, бесполезно связываться, потому что тут обычная рация вообще никак не ловит. Так, ну чё, настал момент истины. Я потихоньку выхожу. Так, пипец, там, конечно, темнота такая. Да и сзади на самом деле не лучше. Даже на самом деле вообще стрёмно туда дальше идти, а там еще и почему-то вон. На самом деле, блин, сейчас через эти потоки воды еще потихоньку проходить, как бы у меня ноги не промочились, хотя на самом деле все. Капец, тут у меня насквозь все промокло. Ну, ничего страшного. Там на улице и так сейчас гроза идет. Так что, думаю, как-нибудь я это дело переживу. Так, ну чё, я тогда, наверное, сначала вот эти доски сниму, а потом уже, если что, пойду вон в ту дверь. Блин, темно, конечно, все это дело. Ладно, это быстро. Доски тут 3 секунды. Сломать. Блин, поток воды только начал в мою сторону течь. Так, ладно, давай. Все, зашел. Зашел. Так, вот так вот сделаю. Так. Ага, там в конце получается какая-то дверь, насколько я понимаю, деревянная, да? Да, та самая. Так, там за мной никто не пошел, надеюсь. Нет, по-моему, все тихо. Просто на самом деле я такие тоннели вообще терпеть не могу. И я сейчас себя чувствую просто максимально напряженным, насколько это только возможно. Потому что в любой момент, из любого угла, здесь может какой-то зомбак выскочить. Вот здесь вообще почему-то с землей все завалено. Что здесь вообще происходило? А, понятно. Бункер, как-никак, этот достаточно старый. Так, я там зомбака видел на полу. Но вроде как он даже особо и не живой был. Да? Да. Точно. Абсолютно верно. Да. В принципе-то ничего такого нового я тут и не нашел. Очередная комната, в которой почему-то находилось 2 человека, военный и доктор. И они, видимо, как только могли, отбивались вот от этих зомбаков, но в итоге не знаю, почему они только отсюда не бежали, и вообще, я на самом деле не очень понимаю, почему люди прятались в этом бункере, если наверху находится такой громадный современный комплекс. Так, ладно, я тогда сейчас всех ребят по-быстрому здесь обыщу. Что это тут? Так, очки ночного видения. Ничего себе, они, интересно, вообще работают или нет? Так, патроны 9-миллиметровые, 3 штучки всего. Да у него вообще пистолет Макарова тут всего лишь был.
Да, но это на самом деле совсем-совсем не густо, и у меня что-то тут совсем уже места на самом деле даже не остается. Я, наверное, пока что вот эти всякие заметки, ключ 14 от блока управления, какие-то ботинки у меня здесь вообще лежат, рыба жареная, я уже на самом деле не помню, откуда я ее даже... А, нет, она у меня в рюкзаке была, это нормальная, безопасная пища. Так, газ какой-то, да, канистра с газом у меня тут почему-то лежит, не знаю, ну, не почему-то, а в принципе, мне просто интересно, для чего она может быть... применяться. Так, и вот эти, наверное, бинтики я тоже пока что вот сюда отложу. Так, все, я его полностью, ага, еще один бинт обыскал. Тут снова какие-то пустые банки с чем-то были. Так, у доктора есть что-нибудь? Пустые банки и аптечка на одно использование. Ладно, пускай будет. Нам сейчас каждая капля, каждая аптечка вообще полностью может помочь. Так, в этих ящиках есть что-нибудь? Нет, к сожалению, в них ничего нет. Кстати, напоминает какие-то кухонные ящики. О, ну-ка, сейчас я, наверное, заодно и прибор ночного видения попробую использовать. Так, что-то я только... Ага, так, работает, что ли? Что-то вроде работает, вроде нет, на самом деле... Не особо понятно, хотя вроде даже нифига не работает, потому что, ну, что это за фигня такая... Потому что, по-моему, только хуже стало видно, насколько мне кажется. Или мне только так кажется. Ну-ка, сейчас попробую. Так, а в принципе, если так... Хотя, на самом деле, нет. Какой смысл мне носить на себе этот прибор ночного видения, если я вот в своей обычной каске, в принципе, вижу точно так же. Так что все на самом деле, в принципе, так пойдет. Ладно, пригодится. Может, там это что-то надо подправить в этом ночном видении. Как-никак, я в этом не шарю. Может, кто-то из ребят в этом и... получше меня разбирается. Так, блин, снова течением воды сносит. Ладно, сейчас я тогда вот эти доски тоже ломаю. Я слышу, что там за досками находятся зомбаки, так что сейчас нужно будет по-быстрому дробовик подготовить, чтобы с ними сражаться, так, как говорится. Так, ладно, открываю. Так, давайте, зомбаки, потихоньку на меня выходите. Так, вот они стоят здесь. Так, на тебе. Так, все, нет. Так, вот так вот делаем. Закидываем, проверяем. Опа, здрасте, мордасти. Это кто у нас тут валяется? Так, я, насколько понимаю, здесь все чисто. Так, тут никакая зомбятина не прячется за столом. А то, на самом деле, этих зомбаков нужно проверять везде, где это только возможно. Может, они вообще могут на потолках везде здесь прятаться. Так, и, насколько понимаю, этот человек тоже не живой, да? Значит, он сигналы те самые стуки тоже подавать не мог. Ладно, что у тебя здесь молот? На самом деле, какой-то на какого-то кузнеца похож этот твой человек. Почему-то он именно его мне и напомнил. О, кстати, тут какая-то стереосистема есть, а вот с ее помощью, в принципе, можно будет связаться и с Хантером чуть что. Так, что у нас здесь? Так, о, овсянка, ничего себе. Так, овсянку, хотя на самом деле... Нет, на нашей базе можно, по-моему, есть пищу, которую мы, если что, находим. Это на базе Востока, она вся зараженная, а в принципе у нас-то тут все у нас безопасно. Опасно, так, ничего себе тут, что-то такое, шоколадный напиток, и какие-то еще два энергетических даже напитка тут имеется, ничего себе, вот это мы сейчас на самом деле раздобудем себе еды, только патронов, конечно, вообще толком-то в итоге нет. Так, кстати, вот, я сейчас заодно попробую еще связаться с Хантером, так, что у него там, так, давай, так, прием, Хантер, как меня слышишь, меня слышно вообще? О, да, Шеди, прием. Как у тебя дела? Насколько понимаю, снова связь пропала, да? Да, Хантер, так точно. Связь тут вообще не ловит абсолютно. О, как там у вас-то дела на поверхности? А, Шеди, слушай, у нас блок... Этот, как его, блок питания, хотел сказать. Двигатель почему-то отключился полностью, генератор. Не знаешь, что это такое? Слушай, есть у меня предположение. Я тут нашел резервное питание. В общем-то, эта штукенция делает так, чтобы у нас, получается, наш двигатель потреблял на 50% меньше энергии. То есть сейчас топливо будет расходоваться в два раза меньше. Как понял? Понял, Шеди. Только тебе, видимо, придется сходить еще все это исправить там. Хантер? Хантер, прием! Черт, эта штука что, тоже перестала ловить, что ли? Хантер! Ладно, понятно, все. Я все понял. Ладно, сейчас нам нужно на поверхность побыстрее тогда. Вы... Японский городовой, это что такое? Это из тоннеля или это снаружи такой звук доносится? Это что такое? Обалдеть. Что там? А что если это связано с тем, что Хантер сейчас перестал со мной разговаривать? А зомбаки, может быть, там наружу совсем вырвались или... Что там могло произойти-то в вашу дивизию? Так, ладно.
Сейчас я тогда побыстрее уже отсюда начинаю вылазить, потому что мне эти крики совсем зомбячи не нравятся. Я хочу в конце концов проверить, что там находится вот за этим забором, потому что я помню то, что в прошлый раз я туда пошел, но дальше не залез, так я понял, там зомбятина находится. Но в принципе, я ничего другого и не ожидал здесь абсолютно увидеть. Так, знак биологической опасности тот самый. Да, конечно, эту стенку тут совсем потрепало. Я, конечно, попробую сейчас немного пройти туда, если у меня это получится. На тебе, замятина, которая здесь есть. Я, блин, что ж ты будешь делать-то? Они меня еще как-то достают оттуда. Я, честное слово, не понимаю, как они это делают. Так, на тебе, замятина, патроны не тратить. Главное, патроны не тратить. Черт побери, так. Ладно, сейчас я заодно использую тогда вот эту аптеку, которая у меня на одно использование. Вот так вот. Великолепно. И тогда я чуть что уже буду по полной туда перелазить. Так, пойдем, факел со мной. Электрический мой. Так, давай. Да что ж ты будешь делать? И дайте мне уже наконец-то пройти. Так, я сделаю, наверное, вот что. Факел закину вон туда. А сам уже буду, если что, проламываться прям вот так вот насквозь. На тебе, зомбятина. Получай. Так, факел, факел, факел. Быстрее, быстрее. Так, вон туда, факел. Черт. Насколько интересно, этот туннель туда далеко уходит, то что даже отсюда абсолютно не видно никакого света, вообще ничего. Я просто, у меня такое чувство, как будто бы... А нет, вон, вижу. Вижу, вижу, вижу. Так, а вот он и тупик получается, да? Ага, возможно то, что в тот раз я, в принципе, чего-то всего этого опасался зря. Тут просто этот тоннель полностью завалило, в принципе-то. И бояться ничего и не стоило. Так, ладно, все, я возвращаюсь назад, на самом деле, потому что те крики, которые доносились от зомбаков, и связь с Хантером почему-то полностью пропала. Мне это совсем дело, на самом деле, не нравится. Так, давай. Все, отлично. Эти мощные потоки воды, через них пробираться, на самом деле, это полный кобздец. Все, так, здесь я все взял, эти ящики, в принципе, я уже давно, уже 3000 лет назад еще проверял. Так, ладно, что ж, теперь настало время отсюда как-то и... вылазить, только тут вообще абсолютно ничего не видно. Так, ладно, попробую тогда вот по этой стороне каната подниматься, если что, надеюсь, что это будет верный путь, потому что там еще есть какие-то свои особенности. Так, ну и в принципе сейчас мне более-менее все нормально начинается видеть. Так, что-то там зомбаки откуда-то новые появились. Их же не было, когда я сюда спускался, а теперь там откуда-то этот зомбак вылез. Ну-ка, сейчас посмотрю. Да, на самом деле, даже не один, их там вообще трое, четверо даже их, пятеро их там появилось, откуда они вылезли-то все? Так, у меня на этой высоте будет связь ловить? А, Хантер! Хантер, прием! Хантер! Ответь, прием, как ты меня слышишь? Черт, фигня какая-то. Ладно, попробуем по-другому. А, рядовой, на связи, Шедимен, ответь! Да-да, Шеди, прием, как слышишь меня? У тебя все в порядке, я какие-то выстрелы слышу. Что, выстрелы? Да, у меня все в порядке. Подожди, Хантер на связь перестал выходить примерно 2 минуты назад. Слушай, можешь посмотреть, что там на улице вообще происходит? Ух ты ж, ё-моё, чё здесь со стороны базы-то? Слушай, там это вообще огромное количество зомбаков откуда-то появилось. А, я понял. Так, рядовой, ладно, слушай, этот, со Стефом свяжись, скажи, чтобы он вообще не вылезал, не привлекайте никакого внимания. Главное, чтобы зомби только вас не увидели, окей? Окей, Шеди, я понял. А ты что делать будешь? Я, слушай, рядовой, попробую сейчас к Хантеру спуститься. Мне кажется, то, что это он внутри отстреливается. Просто зомби могли сейчас внутрь проникнуть. А если они проникли туда, то там ведь вообще только один Хантер с Тимофеичем, а патронов-то вообще никаких нет. Попробую помочь им как-нибудь. Черт, тут вот еще гроза это. Ладно, все, рядовой, давай со Стефом связывайся скорее. Конец связи. Вот дела. Так, у нас получается база-то под натиском зомби сейчас находится. Что делать-то только я не... Нет, что делать-то понятно, нужно от зомбаков отбиваться. Патронов-то у нас вообще толком нет. У меня сейчас 5.45 на 39 калибр. Да и топор для ближнего боя. Ну и в принципе-то это все, что у меня имеется. Господи, нет, зомбак прямо здесь ходит. Нет, если он меня сейчас столкнет, то это все, это атас будет самый настоящий. Так, ладно. Не, ну блин, еще на улице реально гроза, это уже запарило, уже сколько времени прошло. Ух ты. Что сейчас было? Это как я вообще так это? Ладно, я понял. Все, все, нормально. Спокойно, спокойно. Дубль 2. Просто дубль 2. Я еле-еле сейчас смог зацепиться. Еще бы немного, меня бы просто в лепеху бы разбило, и от меня точно нифига бы вообще ничего и не осталось бы даже. Мне нужно как-то аккуратно перепрыгнуть вон на эту сторону. Только не знаю, как это сделать, потому что там... расстояние достаточно большое. Что ж ты будешь делать? У меня вообще никак не получается до туда добраться. Что делать-то? Мне Хантеру нужно помогать уже срочно, идти скорее.
Так, ладно. Дубль 3. Сейчас будет дубль 3. Или, в принципе, может, у меня какие-то запасные материалы с собой имеются, чтобы этот маневр... Есть, все получилось. У меня получилось. Я это сделал. С третьей попытки, но самое главное то, что я это... Вашу ж дивизию сделал. Так, сейчас я... Главное вот сюда в угол зажаться, чтобы меня зомби туда не скинули. Так, все спокойно, 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 спокойно. Я слышу то, что они просто повсюду здесь находятся. Я не знаю, насколько их много, конечно, здесь, но... Судя по тому, что там такая стрельба... рядовой. А нет, вроде их не особо даже и много, или... Нет, достаточно. Их просто на улице, на самом деле, тут достаточное количество. Вон их там сколько набралось-то только! Ёпрасоте! Это капец какой-то самый настоящий. А, блин, и когда не надо... Вот этот блок они все-таки починили. Я думал то, что сейчас быстро тут пролезу. Так, ключ, ключ, ключ. 818. Так, это он, это точно он. Все, закрыть дверь. Я закрыл. Так, главное то, что я сейчас нахожусь внутри, в принципе. Так, ну и зомбятины, конечно, на базу набежало. Ну и зомбятины. Так, ладно, я пройду тогда через этот выход. А, посмотрю там, как там у Хантера дела, откуда там. А, вон он! Хантер отбивается там, как только может. Так, Хантер, Хантер, господи, я иду. Так, это на самом деле, видимо, была моя ошибка, то, что я это резервное питание включил, из-за этого зомби просто на нашу базу полезли. Хантер! Хантер, я здесь! Хантер, тебе помощь нужна? Помочь чем-нибудь? Да нет, Шэдди. Иди скорее спускайся вниз и сделай так, чтобы у нас перезапусти, в общем, генератор. А то зомби потихоньку начинают все больше и больше притеснять на нашу базу. Я тут сам отобьюсь. Ладно, Хантер, как скажешь. Сейчас я. Давай, держись, если что, зови на помощь. Быстрее, быстрее, быстрее. У нас зомбаки просто отовсюду, откуда только возможно, лезут. Откуда они, интересно? Даже отсюда слышно, как Хантер стреляет. Обалдеть. Откуда они только, интересно, там пролезли? Вообще, на самом деле, абсолютно непонятно. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Нужно перезапустить. Так, дверь на всякий случай закрою. Так, быстрее перезапустить генератор. Мне еще бензин, бензин понадобится. Вулфи, у нас капец, просто экстренная ситуация сейчас сложилась. Так, куда же я канистру-то с бензином положил? А, вот она целая канистра. Или там, может быть, еще есть канистра? Скорее всего, она там есть еще. Ну ладно, чтобы два раза не бегать, я тогда ее сейчас возьму с собой, чтобы точно ничего только не забыть. Так, быстрее, 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 быстрее. Сейчас я перезапущу все это дело. Видимо, из-за того, что я включил резервное питание, вернее, я отключил полную мощность генератора. Так, что у нас тут? Есть еще пол канистры. Пол канистры имеется. А как она тут работает-то? Так, ладно, сначала выключу зеленые, затем нажму красные. Затем снова нажму на красные, и сейчас снова врублю зеленые. Так, все, вроде бы активировалось. Вроде бы теперь точно все должно работать. Видимо, из-за того, что я тогда включил вот эту экономию питания, сработал механизм, и... получается, двигатель отключился полностью. Для того, чтобы он начал работать в полную, вернее, вот в половину силы, мне сейчас пришлось его перезапустить. Так, комнату я свою закрою. Вулфи, я приду сейчас. Сейчас я Хантеру помогу отбиться от этих зомбаков, потому что ему по-любому... Да, он еще до сих пор стреляет там. Патронов-то только сколько улетает. Это же вообще, мама, не горю. У нас вообще никакой защиты на базе. Огневой-то отсутствует полностью. Так, Хантер, я все сделал. Окей, Шэдди, отлично. Давай сейчас мы с тобой от этих зомбаков отобьемся и потом пойдем на свои места. Но есть вероятность, то, что зомбаки, конечно, у нас тут еще остались. Ладно, Хантер, я понял. Ладно, слушай, ты иди тогда на место, если что. Я пока что постою здесь, посмотрю, чтобы еще откуда-нибудь какая-нибудь зомбятина не вылезла. Окей? Да, Шэдди, конечно, как скажешь. Пойду дальше раздобывать эту полезную информацию. Давай, Хантер. Иди, иди. Но на улицу пока что лучше не выходить. Там зомбятины очень-очень много. Я, если честно, кстати, не знаю, что мы будем с ними делать.